15 июня волонтеры Конституции приступили к своей работе. На улицах города добровольцы консультируют омичей о предстоящем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Они рассказывают об изменениях в главном документе страны и процедуре голосования, которая в связи с эпидемиологической обстановкой будет отличаться от привычной. Эти консультации, они носят такой информационный, возможно сказать, даже просветительский характер для того, чтобы, если у человека возникают какие-то вопросы, и он сомневается, да, в том, правильно ли он понял какую-то из поправок, как она, возможно, повлияет, да, на дальнейшее развитие нашей страны, нашего региона. Мы ни в коем случае не склоняем, да, граждан к тому, голосовать за или против. Мы информируем для того, чтобы у них сложилась полная картина. И дальше уже в день голосования 1 июля они смогли выразить свою гражданскую позицию. Информационные точки работают в общественных местах во всех округах города, а также на вокзалах и в гипермаркетах. В мероприятии задействовано 300 волонтеров. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы проходили онлайн-курс волонтеров Конституции на платформе Добро.ру. Смотрели онлайн-видео и проходили тест. По итогу нам выдали сертификат, что мы можем быть волонтерами Конституции. Чем больше людей проголосуют, тем будет достовернее, наверное, результат. И это очень важно для нашей страны, я считаю. Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.